Всем доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. С вами снова я, Майнкрафтер The Master. И сегодня вместе с вами, дорогие друзья, мы продолжим играть на моем сервере Crystalix в таком мини-режим, как Мастера Мечей. Да, дорогие друзья, давайте-ка включим звук. Я без звука стоял, потому что афакашил. Вот, чтобы махать, убивать мобов. Короче, в прошлый раз мы здесь вот на этой пустынной локации остановились, но я ее уже прошел. Вот, поафакашил на фараонах, убил крутые мечи в мифических локациях. Видите, долго стоял, чуваки, признаюсь. Вот, погнали-ка мы, я еще за деньги смог купить уже 9-ю локацию, хотя даже 8-й не стоял. Поэтому мы прямо сейчас отправляемся на шахту. Мы, конечно, сейчас пески закончим, зиму закончим. Сначала отправляемся на шахту. Во-первых, улучшения, я здесь еще не все прокачал, давайте качнем. Улучшения, у нас недостаточно средств. Я зачем сюда порнулся, чтобы купить здесь питомцев, потому что питомцы здесь будут офигеть какие жесткие. Давайте сразу же возьмем несколько штук. Так, оп, какие-то грибы нам упали, это вторые. Еще берем, опа, еще какие-то грибы упали, это уже какие-то фиговые грибы. Опа, что-то интересное. Так, и давайте сразу же их надевать, потому что у них там, кстати, еще... Сейчас эти дают 20 миллионов, мои питомцы, да? То эти уже 180 миллионов дают, это просто жесть. Просто сразу же перепрыгнул на следующий ранг питомцев, дорогие друзья. И, наверное, стоит их еще заблокировать, чтобы они мне уже не падали, эти питомцы. Вот эти вот, вот этот, и вот этот. Поганка пусть тоже не падает, пусть падают только хорошие питомцы, а не вот эти вот ни о чемные. Так, хорошо, давайте, оп, берем. Поганки, поганки в сторону. Дайте мне нормальных питомцев, пожалуйста, с самого начала, чтобы быстро фармить себе. Кстати, еще говорят, можно еще один слот за питомцев получить. Для этого нужно, дорогие друзья, нам с вами выполнить все легкие квесты в этих данжах. Поэтому сегодня, в этом видосе постараемся начать это делать. Хотя бы начать, а там дальше уже посмотрим. Так, этого легендарного берем, этих легендарных берем. А также можно их уже, наверное, заблокировать, чтобы падали только крутые легендарные, либо мифические. Так, закрываем. Это тоже закрываем, это только этот, либо мифический будет падать. Отлично, открываем. Не повезло, не фартануло, открываем. Не повезло, не фартануло, открываем. Не, о, ну и тоже не повезло. Нужно, чтобы грибник падал, либо мифический. Но я не знаю, какой шанс на мифического, чтобы он не упал, прям даже непонятно. Опа, Мортиса еще выбил. Но мне нужен какой-нибудь жесткий, мифический, пожалуйста. Одного мифического хотя бы мне в команду уже будет достаточно, я вас умоляю. Либо пару Мортисов еще. Ну же, вы же можете дать мне Мортисов, мужики. Так, давай. Не дают просто ни в какую. Не знаю, просто вообще. Так, давайте этих всех удалим, чтобы они просто не мозолили мне глаза. Ты что, мне мозолить глаза? Так, мужики, все, вы уже свое отстреляли, так сказать. Удаляем, сколько Мортисов? x276 миллионов. Я боюсь представить, сколько там будет у мифика. Это просто жесть, при учетом того, что я только что на x20 миллионов сидел. То это, считайте, каждый питомец это x15 буст. Так, еще одного Мортиса, отлично. Но мне нужен мифик, пожалуйста, мифик. Вот удобно на One Punch Man, что написан процент выпадения этого пэта, потому что здесь как будто бы у всех прям какой-то низкий, прям меньше процента. Так, все, Мортисов берем, этих удаляем, Мортисов будем оставить, потому что их можно будет объединить. Потому что, насколько я помню, в прошлый раз на 9-й локации я очень долго сидел. Да, очень-очень долго сидел, поэтому на 9-й локации нужно будет, наверное, этих Мортисов еще и скрещивать. Надо бы попробовать сделать какого-нибудь крутого питомца. Но мифического точно скетчивать не будем, потому что ну, это вообще пипец. Посмотрите, какой шанс вообще низкий. На то, чтобы даже Мортис упал. Ну, ладно, как будто бы с Мортисами можно пока остаться. Ладно, погнали завершать квесты. Нам нужно сначала на 7-ю локацию. Здесь мы бежим сюда. О, кстати, у меня бустеров нет. Давайте какие-нибудь бустеры. Блин, локальные силы. Давайте глобальный вы подрубим для всех. А, это глобальный я подрубил. Давайте локальный. Глобальный бустер урона подрубим. Глобальный бустер денег. Локальный бустер денег. И локальный бустер урона еще надо подрубить. Да, не хватает нам немножечко на локальный бустер урона. А, локальный бустер урона купить. Подрубаем. Готово. Так, что у нас там по квестам вообще? Погнали, посмотрим на квесты. Здесь у нас сет. Сет, что расскажешь? Защитник фараона. 10 защитников фараона. Изи, братик, для тебя все что угодно. 10 защитников фараона. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, квест дан, сет, бегу к тебе. Я этих защитников щелкаю на 1-2, братик. Держи. Завершаем сет. Проклятый крюк. Опа, проклятый крюк. А возможно у меня в бане есть, да, этот проклятый крюк? Проклятый крюк. Окей, но это надо с фараона фармить, которые вот здесь вот находятся. Вот с этих вот фараонов, этих проклятых крюки можно нафармить. Можно просто постоять. Я думаю, мы рано или поздно этот проклятый крюк просто выбьем. Давайте постоим, подождем, что я могу сказать, пока не выпадут проклятые крюки. Так, все, вроде бы как я эти мечи проклятые навыбивал. Давайте мы сдадим квест, сдадим эти мечи проклятые. Сет, тебе нужны они? Да, забирай. 7 у меня их целых. Пойти убить фараона. Фараона убить это плевое дело, брат мой. Так, фараон, давай, иди сюда. Бам, все, к сету возвращаемся. Кстати, надо постричь там со скоростью атаки квестом и с силой. Потому что, может, я уже наубивал нужное количество людей.
Погнали быстренько чекнем, зачекаем, так сказать. Так, сначала в адский мир, потому что убийств, скорее всего, может быть. Там вроде бы нужно было 100 тысяч убийств или 75 тысяч убийств. Я думаю, столько у меня уже есть. Кстати, разговаривал с разработчиком по поводу обновы. К следующему вайпу, чуваки, будет прямо жесткая обнова. Так что я думал, я не знал, буду ли я играть в следующий вайп. Но теперь я могу точно сказать, что в следующий вайп я буду играть 100% силы, кайф. И, наверное, стоит на пиратский корабль, потому что тут, скорее всего, скорость атаки тоже у меня уже прокачана, да? Так, идем сюда, забираемся, ага, и теперь здесь перепрыгиваем, ага, сюда, отлично. Так, перепрыгиваем, скорость атаки, ах, еще не сделал нужное количество кликов, еще миллиончик нужен, ну понятно. Так, древние пески, 30 фараонов, да, нужно убить вроде, Сет, что скажешь, 30? Изи, 30 фараонов, это буквально 30 секунд, брат, может быть 40 фараонов, раз, два, три, реально 30 секунд, сейчас квест дам, чуваки. Совсем заговорился, и оказывается, пока я записывал, было легкое подземелье, но я его не заметил, к сожалению, просрал. Эх, так что пойдем в легкое уже следующее, через 30 минут. Но сколько там еще фараонов-то осталось? Ё-моёшеньки, да я не знаю, я как будто бы уже 40 убил. А квест все еще не выскакивает, что я завершил квест. Может, плашка забаговала? Может, мне кажется, что я уже убил достаточно этих фараончиков. Кстати, да, это все надо удалить. Что оно мне здесь делает? Удаляем. И это тоже. Бум. Ой, надо запретить вот эти штуки принимать, да. Удаляем, хорошо. Ну, мне кажется, 30-ка фараонов была. Правда, почему-то я не слышал оповещения и не написал, что квест завершен. Странно. Либо я просто не заметил. А, защитников. Фу, ты мой, защитников фараона. Я фараона думал, нужно убивать. Не тех фармил, дорогие друзья, не тех фармил. Но ничего страшного, фармим защитников фараона. Все, поздравляю, вы завершили квест. Сет, я бегу, Сет. Сет, я тебе квест дал. Я хочу, давай, забирай. 30. Так, глаз затмения. О, боже мой, тебе нужно что-то еще искать. Глаз затмения. О, это уже пушка посерьезнее. Ну, это с фараонов будем выбивать. До ребитка еще далеко, но это, в принципе, очевидно. Нужно новое оружие уже, потому что... Ну, давай, ждем, пока упадет эта фигувина. Как она называется еще раз? Глаз затмения. Ну все, ждем глаз затмения, дорогие друзья. 3. Ух, я вот бункер записывал, чуваки, поэтому надолго оставил персонажа, если честно, стоять. И уже выбил достаточно этих глаз затмения. Поэтому давайте-ка мы их отнесем. Жесть у меня скорость уже. Сет, забирай, глаза затмения. Да, завершить квест. Для вас больше нет квестов. Сила плюс 10. Отлично, все, эту локацию мы полностью завершили. Поэтому можем наконец-то переходить в зачарованный лес. Здесь у нас уже все прокачано, да? Да, мы уже на следующей локации прокачиваемся. И здесь у нас есть святой воин. Убейте 3 сатиров из 3. Кстати, у нас получается сейчас новые пушки будут падать. Наконец-то сатир. 1, 2, 3. Изи. Так, давайте, сатиров мы выполнили. Убейте 10 сатиров. Изи, мужик, изи. А есть что-нибудь какие-нибудь попроще квесты, что-то этих сатиров этих выбить? Так, эти пушки сразу же убираем, они у них меньше урона, чем у нашей. 370 триллионов. Так, эти все вообще оружие можем удалить, они нам просто не нужны, они нам не требуются. Чтобы не мозолили мне глаз, так бам-бам-бам-бам-бам. Все, вы поздравляю, вы завершили квест, спасибо. Так, разрушитель. Оружие разрушителю нужно или убить разрушителя, я не понял. Циклоп, погоди, а что за квест мне дал? Принесите мне оружие разрушитель. Так, погоди, что за оружие разрушитель? А вот это, понял, ща выбьем. Погнали сразу, кстати, циклопов убить. Так, это все не разрушители. Вот, разрушитель один есть, два есть, три есть. Еще какой-то меч дали, 4 разрушителя есть. Еще 5 какой-то меч дали, 5 разрушитель, 6. Давай, разрушители, падайте, 7. Еще какой-то меч убил, нифига себе, прикольный. Прикольные ножики падают, 350 триллионов, кстати, вот у этих. По 200 триллионов, но если их объединить, может, у них будет больше, кстати. Так, давайте объединяем. И да, я был прав, у него действительно больше урона, поэтому берем его. Так, разрушитель сколько у меня? Давайте еще, вот, все, выбили, отлично. Относим разрушители. Святой воин, забирай. Так, убейте циклопа. Изи. Так, все, разрушители в бан добавляем. Едем к циклопу. Циклопы. Ну, все, вы завершили квест. Вообще, и быстро. Мы снежную локацию возьмем. Очень быстро проходим, чуваки. Это все из-за того, что я очень долго афакашил. Пока перекачался. Поэтому, как бы, эту локацию мы тоже быстро проходим. Циклопы отъезжают. Все, квест завершен. Отлично, циклопы отъехали. Держи, мужик, циклопов убил. Эмпирический меч. Это какой? Эмпирический меч. А мне он даже не падал. Видимо, надо вам его пожестче пойти, чтобы его убить. Но я думаю, можно даже еще вот этих скипнуть мужиков. Ага, а их-то я уже не ваншотаю. Вы посмотрите-ка, этих фиолетовых драконов. Здесь уже нужен совершенно другой дэмэдж, чтобы, ну, их убивать.
с одного удара. Но я рано или поздно все равно этот демедж себе прокачаю, судя по всему. То, что я их не ваншотаю, это, конечно, грустно. Но здесь надо встать, наверное, знаете на кого. Здесь, наверное... А, можно же было дроп смотреть, да, с мобов? Погодите-ка, давайте не будем атаковать. А, во, я спросил в чате, как ему дроп с мобов. Ctrl-PKM, Ctrl-PKM. Эмпирический меч, здесь можно выбить. А здесь? Ага, здесь еще он такой. Ну, я думаю, с этого шанс выше выбить эмпирический меч. Но мы лучше встанем на этих, на циклопах. Почему? Объясняю, потому что хоть с них только эмпирический меч, ну что 31 триллион, но мне кажется, это хороший варик, потому что мы их просто ваншотаем, понимаете, в этом суть. Из того, что мы их ваншотаем, в этом действительно есть смысл какой-никакой. Так, это удаляем. Тоже в бан. Все, давайте постоим так минут, наверное, 60. Посмотрим, что выбьем. Так, ну что ж, ребята, как видите, я выбил мечи, поэтому пойдем здесь сдадим все это дело. Где наш мужик здесь? Вот, святой воин. Воин, мужик, давай. Эмпирический меч, фиолетовый дракон. Фиолетовых драконов 5 штук убить. Давай 5 штук фиолетовых драконов, думаю, на изи убьем. Так, фиолетовый дракон, отъезжай. Можно сделать глобальный бустер урона поставить всем. Так, давайте сделаем. О, нифига себе. А что это за иконки появились у бустеров другие? А тут сломались. Походу у меня просто... Да, походу у меня слетел ресурс пак. Ну ладно, глобальный бустер силы берем. Глобальный бустер урона берем. Деньги нам пока не нужны. Так, юзаем... Ой, глобальный бустер силы и глобальный бустер урона. Оп, все. И поехали этих голубых драконов, фиолетовых драконов. Поставим на место этих плебеев. Вот так вот. Раз. Два пятерых. Блин, а квесты жесткие. Как будто бы до шахты не дойдем. Но на шахту можно будет сходить, выбить себе чисто оружие. Поставить выбиваться какое-то оружие. Но хотя я вот тут наубивал уже, смотрите. В принципе, неплохо получилось. О, о, о. Вообще ништяк. Посмотрите на это. Вообще ништяк. Прям хорошо. Нормально такой буст дает. Так, все, с фиолетовым драконом справились. Сдаем квестик. Квест, давай, сдавайся. 25 фиолетовых драконов. Ну, это тоже можно. Тоже звучит как не что-то сложное, а что-то дефолтное. Да, можно скрин, говорят, что-то какие-то скрины. О, кстати, уже быстро начали разбирать этих мужиков. Ну, таких нужно убить всего получ... А, ну, кстати, да, нужно выключить дроп вот этого оружия, этого меча. Таких убить 25 штук в целом не составляет труда. С учетом того, что этого мы убиваем за секунд 7 примерно. Давайте даже посчитаем, за сколько я убиваю этого фиолетового дракона. Раз, два... 3, 4, ну тут крит вылетел, ну за 5 секунд одного дракона, то есть, ну, получается, мне их нужно убить 25 штук, да, то есть, это получается 125 секунд, то есть за 2,5 минуты я их убью, о, нифига, зеленый выбил, да, я эмпирический меч выбил, этих тоже удаляем, этих мужиков, они нам тоже уже больше не нужны. Жаль то, что один эмпирический меч отдал, сейчас мог бы 2 соединить, был бы один мощный мечара здоровый, эмпирический. Ну а так пока стоим, ждем. Нужно 25 фиолетовых драконов. Так, ну вроде бы я уже убил 25 штук, если вам интересно. До последнего добиваю мужика. Просто, мне кажется, уже должно было 25 капнуть этих фиолетовых мужиков. Так, святой воин, 25 из 25, ровно ампутировать. Адуритовый надзиратель нужно выбить. Что за адуритовый надзиратель? С кого он падает, этот адуритовый надзиратель? Может быть, из этого мужика? Ctrl-PKM вроде бы, да. Адуритовый надзиратель, это что вообще? А, это мужика этого, я думал, это... Адуритовый надзиратель, это мужик, ё-моё. Ведь его никто не бьет. А, его бьют 1000 чуваков, пришли мне мешать, понятно. Понятно, мешаются, смотрите, мешают. Хотя могут помочь. Я могу чуть-чуть помочь, чтобы я его добил, чисто. 50 тысяч челостных стоит. Но я сейчас иду на другой реал, если будут мешать. Не, адуритового надзирателя я сейчас точно не пробью, поэтому надо бы менять локацию, полечу-ка я на шахту. Посмотрим, что здесь, по-моему, грибной 1 ТД. Но вообще, в целом, я его пробиваю. Кого-то можно выбить из него оружие. Давайте посмотрим, какое из него оружие падает. 5,9 QA, 11 QA, а у меня 1 QA. Да, надо убить одного этого грибного. Знаете что, наверное, поставлю здесь на АФК. Сменю сервер. Сервер САО 1. Без этих вот прилипал, пожалуй, встану. А то бесит меня, знаете, когда мешают. Так, вот грибного бьет. Мужик здесь тоже бьет. Смотрите, вот на этой локации уже есть люди, кстати, прикиньте, да? Так, давайте вот так вот встанем здесь, вот бить этого мужика. И, надеюсь, выбьем с него пару пушек, потому что они мне пригодятся. Стоял я очень-очень-очень много часов в шахте. Выбил себе вот такие вот железные резаки. Это лучшее оружие, что с него может выпасть. И объединил их до 3 уровня. В целом у них урон гораздо выше. И я уже скоро смогу ребитхнуться, поэтому надо пойти сделать квесты на предыдущей локации. Знаете, чтобы, ну...
не терять время даром, так сказать. Силу качнем максимально. Скорость, все равно скоро будем ребитхаться. Так, и, пожалуй, отправляемся на локацию. Зачарованный лес. Зачарованный лес. Что нам вообще здесь нужно было сделать? Я уже забыл. Я вчера просто записывал этот видос. А, ну надзирателя одного убить. Фух, изи, давайте этого вашего надзирателя. Сейчас думаю, я его вообще размажу. Так, надзиратель. Ой, да, это вообще изи. Все, быстренько с ним разобрались. Естественно, где там там мужик? Сейчас, лови, лови надзирателя твоего убил. А, поцелуй смерти оружие. Понятно, теперь нужно стоять оружие фармить, да? Так, это в случае нет, нет, эпический меч. Лесной кинжал, меч, поцелуй смерти. Вот такого вот оружия нужно. 3-1 QA, у моих уже 106 QA. Ну, в целом могу постоять, знаете, могу постоять. Могу повыбивать, я думаю, если я здесь постою. Хотя, с другой стороны, у меня сейчас будет уже ребит. Не знаю даже, ну, наверное, ребитнусь. И получится это ребитка, не получится, не знаю. Но после ребитки, в любом случае, на них же буду стоять. Надо все квесты выполнить в этой локации. И уже спокойно перебираться в шахту. И так далее. Кстати, интересно, что там по кликам. Может быть, я уже по кликам, кстати, ну, апнулся, еще непонятно. Ну, хотя там целый миллион еще оставался. Ладно, давайте пойдемте проверим. Пойдем проверим, где он там, типа, пиратский корабль. Сгоняем, сгоняем. Тем более, все равно скоро вот уже вот, буквально через 0.15 ДД у меня уже будет, получается, ну, ребит. Так, хорошо, сюда, сюда, сюда. Как неудобно сделали к нему подъем. Что это за паркур нужно каждый раз проходить? Так, мужик, скажи мне, что я набил 2,5 миллиона кликов. Нет, мне еще 500 тысяч кликов, жесть. И по убийствам, что там, кстати, в аду? Ну, сразу, знаете, раз решил глянуть, что да как, сразу надо посмотреть, сколько у меня того и того. Как же их чуть неудобно расставили. Так, давайте сюда вот перепрыгнем, мне пока не получается с такого расстояния. Так, палач, вернее. 52, ну понятно, да, здесь я даже не близко, мне еще 450 тысяч убивать, ладно, ладно, будем знать, и почти ребит, полетели на зачарованный лес, нам еще с вами пуху здесь выбивать, погнали, пока не ребитнулся, убьем еще парочку здесь final мобов, а, ну все, уже не убьем, уже мы делаем вот так вот, и все, теперь мы просто сносим 0 урона, но раскачка у нас должна быть достаточно бодрая, пока что УД. Ну да, ДД, 57 ДД, это, конечно, намного больше, чем то, что есть сейчас. Но, конечно, да, мы с вами X 240 миллионов сейчас получаем. А на следующем на героя будем X 540 миллионов получать, но это жестко будет. Да, бить мы будем его долго. Ладно, раз ребитнулся, давайте постоим, наберем хотя бы силы. Так, ну что ж, ребятки, вроде как выбил нужное мне оружие. Да, у меня их дофига. Завершить квест под слух смерти. Спасибо, я их там дофига очень нафармил. И в этой локации нам уже больше делать нечего, потому что мы здесь уже перекачаны. Как вы видите, я еще выбил себе новые оружия в шахте. И, постояв в шахте, я понял, что эта локация на самом деле надолго. И мне нужно будет, наверное, несколько дней постоять, пофармить в ней. Так, легендарное оружие мы продаем. Все, все продали, потому что, ну, пока что, если честно, я очень медленно развиваюсь. Я помню, в прошлый раз на шахте я тоже надолго застрял, и в этот раз, ну, этот раз тоже не исключение. Поэтому, наверное, на этом уже стоит закончить видео. Блин, не сходил в легкие данжи. Наверное, знаете что, похожу в них, может быть, даже в ней видео, если буду разворачиваться вовремя. Посмотрим. Но либо в следующий ролик весь полностью посвящу о том, что, ну, как я захожу в эти легкие данжи. Там, ну, и в средние уже начну ходить. Если... Ой, в средние надо было в этом... В этом видосе нужно было уже в среднее пойти. Ладно, окей. Все, следующий видос это чисто фарм, получается, бижутерии. Фарм вот этот вот всей фигни, то есть нового слота для питомцев, всякие там амулеты, браслеты и так далее. Ну, а на этом пока что все. Если вам понравился видос, то заходите, играйте на Кристалликс, подписывайтесь на канал мой. Вот, ну а с вами был Адамастер, всем удачи и всем пока-пока, ребятки.